Я посетил родимые места, ту сельщину, где жил мальчишкой, где каланча с березовой вышкой взметнулась колокольня без креста. Как много изменилось там, как в сельском неприглядном быте. Какое множество открытий за мной следовало по пятам. Отцовский дом не мог я распознать. Приметный клен уж под окном не машет. И на крылечке не сидит уж мать, кормя цыплят крупичатую кашей. Стара должно быть стала. Да, стара. Я с грустью озираюсь на окрестность. Какая незнакомая мне местность. Одна, как прежняя, белеется гора. Да у горы высокий серый камень. Здесь кладбище, подгнившие кресты, как будто в рукопашной мертвецы застыли с распростертыми руками. По трубке, опершись на подожок, идет старик, сметая пыль с бурьяна. Прохожий, укажи, дружок, где тут живет Есенина Татьяна? Есенина Татьяна? Да вон за той избой. А ты ей что, сродни? Аль, может, сын пропащий? Да, сын. Ну что, старик, с тобой? Скажи мне, отчего ты так глядишь скорбяще? Добро, мой внук, добро, что не узнал ты деда. Ах, дедушка, уже ли это ты? И полилась печальная беседа слезами теплыми на пыльные цветы. Тебе должно быть скоро 30, а мне уж 90. Скоро в гроб. Давно пора бы было воротиться. Он говорит, а сам все смотрит вниз. Да, время. Ты не коммунист? Нет. А сестры стали комсомолки. Такая гадость! Просто удавись! Вчера иконы выбросили с полки. На церкви комиссар снял крест. Теперь и Богу негде помолиться. Уж я хожу украдкой нынче в лес. Молюсь, осина может пригодиться. И мы идем, топча межой кукольни. Я улыбаюсь пашням и лесам, а дед с тоской глядит на колокольню. Здорово, мать! Здорово! Я опять тяну глазам платок. Тут разрыдаться может и корова, глядя на этот бедный уголок. На стенке календарный Ленин. Здесь жизнь сестер, сестер, а не моя. Но все-таки готов упасть я
на колени, увидев вас, любимые края. Пришли соседи, женщина с ребенком, уже никто меня не узнает. По-байроновски наша собачонка меня встречала с лаем у ворот. Ах, милый край! Не тот ты стал, не тот! Да, и, пожалуй, я тоже стал не прежний. Чем мать и дед грустней и безнадежней, тем веселей сестры смеется рот. Конечно, мне и Ленин не икона. Я знаю жизнь, люблю свою семью, но чего-то все-таки с поклоном сажусь на деревянную скамью. Ну, говори, сестра. И вот сестра разводит, как раскрыв, как Библию, пузатый капитал о Марксе, Энгельсе. Ни при какой погоде я этих книг, конечно, не читал. И мне смешно, как шустрая девчонка меня во всем за шиворот берет. По-байроновски наша собачонка меня встречала с лаем у ворот.